Ну и пока мы все собираемся, вы можете уже начать писать те вопросы, которые у вас накопились по рекламе. Стас, привет, мы тебя прекрасно видим. Да, всем большой привет. Всех рад да. видеть. Можете пока... Можете пока писать, ну, мы практически в одном месте, да. Можете пока писать вопросы, и в конце мы еще направим вам формочку обратной связи, где вы также сможете уже после вебинара написать ваши вопросы, идеи, предложения и прочее. Ну что, давайте начинать. Стас, передаю тебе слово. Да, всем большой привет. Нас не так много. Сейчас я быстренько Telegram отключу, чтобы он не мешал. Вот, с чего хочется начать? С того, что мы все классные, приложение классное. Мы очень долго разрабатывали именно продукт для предпринимателей, которым они могут удобно пользоваться, чтобы он был удобен как для предпринимателя, так и для клиента. Мы его сделали все вообще по красоте, все прям идеально. Но встает вопрос в том, что делать самими пользователями. Пользователей очень много, пользователи заходят в приложение, ищут какие-то новые офферы, ищут компании, и вот все это надо структурировать и сделать так, чтобы компании не просто могли работать, наши клиенты могли работать со своей клиентской базой, но также, чтобы и работали с входящим трафиком, чтобы было большое количество новых присоединений, новых пользователей у них, чтобы эти пользователи совершали покупки. Вот. Наверное, полтора года назад мы начали активно развивать это направление, то есть это рекламное направление, где мы показывали компании, их офферы, сертификаты. Это просто отлично сработало, потому что конверсия именно в заход приложения, сколько там пользователей открывает приложение UDS, оно кратно увеличилось. То есть в данный момент у нас активная аудитория больше 4 миллионов ежемесячно. Она постоянно увеличивается, и самое главное, что эти клиенты уникальные. Они заходят уже не раз в месяц просто показать карту, либо там прийти в какое-то заведение, их офер забрать, да, в который они вступили. Они заходят, ну, там некоторые пользователи заходят раз в два дня, чтобы посмотреть, какие все-таки предложения есть, потому что мы расширяем линейку маркетинговых именно инструментов. И, наверное, Роман потом обо всех маркетинговых инструментах расскажет. Я больше, наверное, расскажу о том, что мы это направление делаем приоритетным для нас, да, и для бизнеса, потому что они получают входящий трафик, и мы проводим очень много тестов. То многие, наверное, кто здесь сидит, уже видели, это были тесты подборок, то есть были обычные подборки сертификатов, которые мы размещали, а сертификат – это основной инструмент для привлечения не только новых клиентов, но еще для активации старых клиентов. Если же источник трафика новый клиент получает, баллы по источнику трафика приходят в заведение, и дальше заведение с ним уже может работать, то сертификат, его можно забрать даже ты, если уже был в этой базе. То есть, когда я захожу в приложение, допустим, в Казани, и вижу там сертификат о доставке маков, а я в этих маках часто что-то заказываю, то есть это доставка суши и роллов, я вижу там сертификат, я его забираю и уже являюсь клиентом, это все-таки меня мотивирует совершить повторную какую-то операцию. Вот, мы провели несколько тестов по использованию сертификатов, так как маркетингового отдельного инструмента по сертификатам у нас не было. И мы провели первое, это базовая раздача сертификатов на дашборде, где формировался блок из нескольких приложений по сертификатам от разных компаний. Также протестировали тематические подборки, где мы отправляли пуш-уведомления. Это, допустим, подборка к 8 марта, где были собраны интересные заведения, которые предоставляют скидку там, на подарки, женщинам на услуги какие-то для девушек, для женщин. Или же, допустим, тематическая подборка на 1 сентября, которую мы отправляли заранее. Там были собраны все компании, которые могли, ну, как говорится, полностью укомплектовать вашего ребенка. То есть это и рюкзаки, и школьная форма, и канцелярия, и даже дополнительные какие-то курсы для детей. То есть это отлично сработало. Наши пользователи приложения UDS прям, ну, ждут таких подборок, потому что мы проводили опрос, и очень хорошая обратная связь была. Нам нужно сейчас сделать акцент на эти инструменты, более сделать их таргетированные, информирование лучше сделать по ним, чтобы все-таки развить до конца эту направленность по активации пользователей. Чтобы когда пользователь заходит, у него был выбор из той тематики, которая действительно ему интересна. Вот. Первый тест закончился вообще отлично. Его уже взяли работу. Роман расскажет как раз об этом инструменте, который сейчас запустился. Второй тест – это тематических
подбора, которые сезонные, он сейчас в работе. Может быть, Роман кратко там скажет, когда это планируется запустить, потому что у нас уже готово некоторое видение. Скорее всего, наверное, даже я неправильно выразился, не когда это будет запущено, а, наверное, это будет запущено ко дню рождения компании, и мы вам все это презентуем в красивом виде, потому что все-таки 10 лет. Если кто-то еще думает ехать, не ехать на день рождения, мне кажется, это нужно прямо обязательно сделать. Потому что 10 лет компании, там будет прям пушка-бомба, как говорится, много всего интересного и много всяких обновлений. Третье, самое такое сложное для нас направление, оно в принципе еще и легкое, потому что механика сама давно уже понятна и ее легко реализовать, но она сложна в вопросах коммуникации, в вопросах именно позиционирования для предпринимателя. Это реклама по модели CPA, когда предприниматель платит не за размещение баннера, а заказывает услуги продвижения своей компании самому сервису UDS. И счет выставляется ему только исходя из результата, который эта компания принесла. Допустим, предприниматель говорит, я хочу платить только за тех клиентов, которые новые ко мне пришли и совершили покупку. Все, вот в этом направлении мы сейчас очень много работаем, очень много тестов проходит. Спасибо большое Дулустану с Якутска, он прям тоже очень сильно помогает. Мы там тест запустили. Сейчас будет уже второй вариант теста. То есть первый вариант теста это был просто размещение в тематических блоках, посмотреть, как пользователи приложения UDS, быстро ли они найдут эти предложения, будут ли они им пользоваться, чтобы собрать обратную связь с них и посмотреть, в какую сторону нужно развивать инструмент. Сейчас запустится, наверное, вторая уже версия этого теста, это когда мы включим туда и пуш-уведомления, еще и таргетирование по некоторым пользователям, исходя из их интересов. То есть мы видим, куда пользователь заходит чаще, собираем такую тематическую подборочку и ему говорим, вот смотри, неделя шопинга у тебя сейчас есть, можешь воспользоваться сертификатами от предпринимателей. То есть это тоже такое интересное направление, и мы в этом направлении хотим очень сильно как бы развиваться. И вот вся вот эта экосистема маркетинга под ключ, которая включает в себя и все инструменты рекламного кабинета, она именно направлена для того, чтобы наши клиенты, бизнес именно как клиенты, получили максимальный профит с использованием этого инструмента, чтобы у них был не только инструмент по работе со своей клиентской базой, но также очень мощный инструмент по привлечению, по первичному привлечению новых пользователей, точнее, наверное, сказать, новых клиентов к себе в бизнес. Также инструмент по удержанию и повторной активации. Когда невозможно там дотянуться до своей клиентской базы, а хочется все-таки с новыми клиентами тоже поработать, этот бы инструмент был доступен, эффективен и как бы всем он нравился. Вот. И, наверное, я сейчас передам слово Роману, да, Роман расскажет обо всех новых инструментах. Может, ты там еще и по планам расскажешь. А, еще забыл тот момент, что у нас сегментация, как вы знаете, да, по рекламе она всегда была, всегда есть и всегда будет, исходя из количества сессий в городе. То есть сколько людей заходит в этот город ежемесячно. Чем больше, соответственно, людей заходит, тем реклама дороже. Это стандартная механика, это в всех рекламных агентствах, везде такая практика есть. И очень часто приходили запросы по поводу того, а что делать, если вот у нас маленький город, а реклама все-таки там на 2-3 недели она не так эффективна, потому что у нас пользователей в городе столько нет. Вот Роман предложил интересное решение, нам всем оно понравилось, я думаю, и вам тоже понравится. Вот он тоже об этом расскажет. И еще хочется заметить одно. А у нас тут как бы владельцы бизнесов сидят, либо же еще и партнеры. Потому что для партнеров тоже вот хорошая мотивация в том, что эти инструменты, эффективные для бизнеса по привлечению, они также влияют еще и на заработок наших партнеров. И некоторые партнеры уже по рекламе имеют больше дохода, чем они раньше имели от подключения вообще там спектра компаний, там 10-20, то есть с 5 компаний сейчас можно иметь колоссальные доходы, вот, и при внедрении новых инструментов и подборок, и тематических подборок, а самое главное по модели CPA, мы хотим сделать так, чтобы партнеры получали максимально эффективный доход от работы самой команды UDS, то есть мы на себя возьмем всю коммуникацию, все проведение сделок, а партнеры только будут получать
свои вознаграждения дополнительные. То есть все-таки хочется, чтобы иногда партнер мог и отдыхать, и в это время еще и получать хорошие вознаграждения на свой счет. Ну, наверное, партнер согласится, это идеальная такая, получается, сфера бизнеса, да, где за тебя что-то делают другие, а ты просто сидишь и смотришь смс-ки о пополнении баланса. Вот. Но давайте я все-таки передам слово Роману, потому что я тут уже много разговариваю, он более подробно о всех новинках расскажет. Роман, тебе слово, давай. Стас, спасибо большое, подсветил такие важные стратегические вещи. Прям даже немножко теряюсь, что сказать. Я хочу сказать вот все, кто тут присутствующие, как бы представить Романа. Роман у нас является руководителем отдела рекламы, то есть всей рекламы. Все вопросы, которые присылаете вы на промо, все заявки, которые приходят по рекламе, это обрабатывает отдел Романа. Познакомьтесь с ним, это прям такой великий наш человек, который решает самые сложные вопросы. То есть с моей точки зрения, это человек, который помогает вам сделать так, чтобы вы все оставались довольны, и чтобы компания оставалась довольна, потому что он проводит большую аналитику, смотрит, как работают рекламные кампании и где их улучшить, чтобы бизнес получил максимальный результат. И партнеры тоже в этом плане получили хороший профит. Вот. Поэтому вот этот человек, которого мы раньше скрывали, теперь мы его не скрываем. Это человек, который как раз... Все это и осуществляет внутри компании совместно своим, с его отделом, где включены менеджеры по работе с рекламой, менеджеры по работе с обратной связью. То есть вот это человек, который руководит всеми этими процессами. Давай, Роман, все, теперь тебе слово. Спасибо, Стас, большое, что дал мне тут немножко выговориться. Вот, всех был рад вас видеть. Я пока временно отключусь и передам Роману бразды правления. Стас, спасибо большое за теплые слова. Действительно, я очень много и плотно работаю над, скажем так, технической частью, чтобы весь отдел, все процессы, все структуры, все работало. Мы очень плотно работаем со Стасом. Стас придумывает, тестирует, реализует крутые идеи, а я делаю так, чтобы они работали и работали системно и приносили пользу бизнесу, партнерам и нам. Ну что ж, давайте я перейду уже к практической части. Я не буду рассказывать про тесты, которые сейчас делаются. Стас уже их подсветил, и будьте уверены, когда мы посмотрим, мы увидим результаты, мы будем дальше двигаться в сторону реализации этих тестов в, ну, реальные постоянные продукты, как те, которые уже есть. Вот. Спасибо всем, кто пишет добрые слова в чате, я все читаю. Итак, давайте, пока мы начинаем, я напомню немножко про такую техническую часть, которая касается промо-продвижения. Ну, все вы знаете, что в нашем приложении пользователи, которые хотят получать выгоду, пользователи, которые хотят сэкономить личный бюджет, хотят найти что-то интересное. Вот. И важный момент по поводу, вот, в принципе, результатов работы рекламы, что реклама, которая нацелена на этот сегмент, она работает лучше, чем реклама, которая нацелена на менее целевые сегменты. То есть, простыми словами, прекрасно работает продвижение ресторанов, кафе, салонов красоты, медицинских организаций, магазинов продуктов, одежды, других магазинов. В общем, все, что интересно самым широким слоям населения. Ну, у нас есть некоторые ограничения, то есть есть список бизнесов, которые мы не размещаем. Это разные там алкомаркеты, вейп-шопы и прочее-прочее. Сейчас коллеги пришлют ссылочку на политику, пусть она у вас тоже будет, она есть и в кабинете партнера, и в личном кабинете UDS Business, но она просто поможет вам проще и быстрее сориентироваться, каким бизнесом, ну, это для партнеров сейчас говорю, с какими бизнесами вам будет комфортнее продавать рекламу, а какие бизнесы лучше по поводу рекламы, ну, соответственно, не смотреть. Так, коллеги, прицепите, пожалуйста, ссылочку в чат, а я пойду дальше. Итак, все помнят нашу чудесную продуктовую линейку продуктов по промо-выделению. Напомню, это Stories. Это инструмент, который находится на главной страничке в самом верху, такой квадратик. Это классный инструмент для долгосрочных размещений, когда вы хотите... так, прошу прощения, отвлекли.
Прицепите, пожалуйста, ссылочку на политику о промо-выделении сюда. Вот. Значит, Stories – это инструмент, который прекрасно работает в долгосрок. Вы берете там на несколько месяцев, он там висит, и в нем размещается можно много ссылок. Ссылку на DoubleGIS, на вашу страничку ВКонтакте, на новые линейки продуктов и прочее. Спасибо большое за ссылочку. Вот она у нас в чатике появилась. А дальше у нас наш самый основной, самый ходовой, самый классный инструмент – это слайдер. Это такой большой прямоугольный баннер на главной страничке. Самый популярный, самый эффективный, максимум показов. Вот. Прям всем партнерам рекомендую начинать переговоры со слайдера, а дальше уже исходить из потребности клиента. Дальше есть расширенный вариант слайдера. Это слайдер плюс сторис, когда в сам слайдер мы вшиваем дополнительно слайды, на которых можно разместить информацию. И есть такой более дешевый вариант, но не менее хороший. Это обратите внимание. Он располагается чуть ниже, в него нельзя зашивать какие-то свои ссылки. Он нацелен на то, чтобы подключать новых клиентов. Но при этом важная такая ремарочка, то, что он находится ниже, это не говорит о том, что он хуже, потому что самая активная аудитория, которая есть в нашем приложении, она постоянно скроллит дисплей. Надя, мы без презентации сейчас. Вот, соответственно, пользователь скроллит дисплей, смотрит, ищет интересные предложения. Именно поэтому мы сейчас так плотно занимаемся развитием дашборда, наполнением его, потому что чем больше в нем материала, тем больше интереса у пользователей, тем чаще они заходят, тем сильнее они привыкают эти предложения искать, тем лучше это работает. Соответственно, в тех городах, где мы часто делаем размещение, там мы смотрели статистику, активность растет прям, ну, если не по экспоненте, то график прям очень такой хороший, восходящий. А, вот. Но, сами понимаете, как бы у совершенства нет предела, и нас очень долго просили дать какой-то дополнительный инструмент, более гибкий, более простой, более дешевый, с более быстрым сроком размещения, то есть что-то, что дополняло бы линейку наших продуктов и дало возможность, например, размещаться тем, у кого очень небольшие ограниченные промо-бюджеты, тем, кто хочет просто протестировать, тем, кому нужно какую-то срочную короткую коммуникацию сделать для пользователей приложения, либо напомнить о своем бизнесе и о своих продуктах для своих клиентов. И вот Стас эти все пожелания учел, провел очень большие тесты, посмотрел в разных городах, как это работает, и, наконец, мы сделали для вас новый продукт. Это маркетинговые сертификаты. Мы их запустили в начале апреля, с 1 апреля. Вот, сейчас уже во многих городах они есть. Спасибо всем, кто размещается. Спасибо всем, кто пробует. И отдельно большое спасибо я скажу тем людям, которые нам отправляют обратную связь по этому продукту. Благодаря вам мы можем оперативно его улучшить и записать себе зону улучшения. Ребята, вам прям огромное-огромное спасибо. Вы лучшие. Вот. А сейчас расскажу про техническую часть, ну, чтобы вы понимали, как им пользоваться и почему мы его сделали таким, какой он сейчас есть. Первое важное самое – это то, что мы сделали его максимально автоматизированным. То есть это сделано для того, чтобы бизнесмен либо партнер могли сами через UDS Business полностью все заполнить, оплатить и его разместить. Здесь мы исключили абсолютное большинство сотрудников с процесса для того, чтобы сделать его максимально гибким и максимально дешевым. Ну, сами понимаете, что любая работа, она тратит время, время – это деньги, и эти косты, они все равно нам приходится, как бы мы не хотели сделать все максимально дешевым, нам это приходится закладывать в стоимость. И вот поэтому мы его сделали прям таким максимально автоматизированным. Вы прям заходите, заполняете все сами, выбираете картинку из готовых вариантов, оформляете сертификат и создаете его. Дальше, как только вы его создадите, вы его можете оплатить. Здесь вот принципиально важно подмечу, мы специально перенесли оплату уже на момент после создания, для того, чтобы вы могли, ну, в случае, если вдруг допустили какую-то ошибку, например, или создали и поняли, что, ой, там,
нужен другой срок или другой город или прочее, чтобы вы могли сами потом пересоздать новый, то есть не потратить на него деньги. То есть это такая дополнительная проверка для вас. Вот. А плюс это еще сделано для того, чтобы если вы, например, не нашли подходящую картинку для превью среди тех, которые уже есть, но при этом довели до конца и создали, вы можете нам написать на промо. Мы очень внимательно следим за такими сообщениями, и периодически мы будем добавлять новые превьюшки фонов, которые выбираете для этих сертификатов, для того, чтобы со временем наполнить прям огромную-огромную базу и покрыть прям вот максимум сегментов и максимум направлений бизнеса, чтобы вы могли их использовать и каждый раз использовать на что-нибудь новое. Дальше еще важные технические моменты по промо-сертификатам. Пока их можно использовать только в России, потому что функции завязаны на рекламном кабинете. Рекламный кабинет мы пока развернули только в Российской Федерации, потому что из других стран у нас не очень большой поток заявок. Но при этом, если у вас есть интерес, если вы хотите там попробовать что-то новое, вы всегда можете нам написать на промо. Мы в частном порядке рассматриваем разные варианты. Дальше. По стоимости и по срокам размещения. Такой ключевой момент. Мы сделали возможным размещать эти промо-сертификаты на любой абсолютно срок, который вам нужен. То есть вы можете разместить промо-сертификат всего на один день. И стоить он будет как один день, а не как полное размещение. Напомню, цена по дням для городов с высокой активностью, более 250 тысяч целевых сессий, там стоимость 360 рублей за день. А для городов с меньшей активностью, там 240 рублей в день. Так. Идем дальше. Сейчас еще у нас ребята из отдела разработки дорабатывают статистику. Буквально в скором времени мы сделаем более понятную и логичную воронку в рекламных кабинетах, чтобы вы могли видеть сверху вниз прямо всю ее. Сейчас она пока чуть-чуть не системная, там правильные цифры, но они берутся из разных мест. Но скоро мы это поправим, в общем, чтобы вам было удобнее и понятнее это все увидеть. Так, вижу вопрос по тому, что если уже оплачено. Екатерина, если уже оплатили, мы можем поменять вам картинку, но вам нужно написать на промо. Вот. И новые картинки для категории образования мы также добавим. Вот. Поэтому мы вам очень-очень вас просим, пожалуйста, внимательно проверяйте перед оплатой. Если вы поняли, что там где-то ошибка, что-то немножко не так, не та картинка, не тот срок, вы можете просто создать новый, а старый оставьте, он через некоторое время перестанет быть активным. Мы за него денег никаких не возьмем, поэтому, соответственно, ну, никаких проблем в этом нет, это вас ни к чему не обязывает. Ну, при этом я прошу там не создавать огромное количество, сами понимаете, они там какое-то время будут у вас в рекламном кабинете в этом списке, чтобы вам самим было удобнее. Вот. Если коротко про механику промо-сертификатов я вам рассказал, вы, пожалуйста, вопросы, которые есть сейчас, напишите нам в чатик, а я пока перейду дальше к большой и важной истории, которую мы сейчас реализовали. Это более длительное размещение для городов с меньшей активностью. Ну, многие из вас использовали рекламу, многие из вас, особенно из партнеров, ходили на переговоры клиентам, предлагали рекламу для разных городов. А так как мы покрываем всю Российскую Федерацию и не только ее, то, соответственно, у нас очень-очень много городов с разной активностью. Ну, активность, от чего она зависит, я думаю, вы многие помните, она зависит от того, сколько компаний в городе, от того, сколько людей ходят в магазины, проводят транзакции, от того, насколько заполнен дэшборд в городе, насколько интересно на него заходить. Но пока у нас не все города такие суперактивные, то есть есть города прям ну, просто звезды, есть города хорошистые, есть города просто молодцы, но есть пока города, в которых активность не очень высокая, она там развивается, но на это, очевидно, нужно время. И в таких городах, к сожалению, ранее для наших
замечательных бизнесменов, реклама была, ну, не особо актуальна, потому что целевых сессий не очень много, и эта реклама себя не окупала. Поэтому мы провели большой длительный анализ, мы провели тесты и приняли, наконец, решение дать для городов с меньшей активностью более длинные сроки на те промо-размещения, которые у нас есть. Но это сейчас касается слайдера, слайдера плюс сторис, сторис, и обратите внимание, промо-сертификаты пока здесь не участвуют, потому что это автоматический инструмент, мы далее будем внимательно следить и дальше уже принимать решения. Вот. Сейчас я попрошу коллег прикрепить ссылочку на наш актуальный прайс-лист. Мы его очень сильно расширили, мы добавили в него статистику по городам с меньшей активностью, и мы добавили специальный столбец, в котором будет указано, а точнее уже указано, на какой срок в этих городах можно размещать вам самим, либо идти, ну, партнерам идти к своим клиентам и, соответственно, предлагать им эти размещения. Сроки прям очень хорошие. Есть города, где можно размещать теперь на 6 недель, на 8 и даже на 12 недель. Если мы берем по активности, то там мы пока зафиксировали следующую, скажем так, ступеньку. Для городов, у которых активность от 75 тысяч до 140 тысяч целевых сессий, там двойной срок 4 недели. Для городов, у которых от 49 тысяч до 75 тысяч, там 6 недель. От 37 до 49 – 8 недель. От 31 до 37 – 10 недель. А всех, у кого 30 и менее тысяч целевых сессий в городе, там аж 12 недель. То есть это очень длинные, очень солидные сроки. Вот. Соответственно, это можно использовать, и это, более того, это нужно использовать. Чем больше будет наполнен дашборд в малых городах, тем выше будет развиваться его активность, тем больше будет новых пользователей у компаний, которые разместили свои баннеры. Вот, соответственно, это такой общий большой плюс для всех нас. В рекламном кабинете в EDS Business мы пока это не зашивали системно, но будьте уверены, все заявки, которые нам приходят по городам с меньшей активностью, мы все проверяем. И даже если, например, бизнесмен не знал, что в его городе теперь не 2 недели, а 4 недели или 6 недель, мы ему эти сроки увеличим. Поэтому здесь бояться не нужно, когда вы увидите в рекламном кабинете стандартные сроки. Вот. Мы все проверим и все сделаем на более долгосрочные. Ну и, соответственно, это открывает для всех новые возможности. Для тех бизнесов, которые еще не пробовали эти инструменты, это отличная возможность попробовать. Отличная возможность увидеть, как это работает, посмотреть, протестировать рекламные механики, привлечь новых клиентов. Для партнеров это отличная возможность прийти к тем бизнесам, к которым партнеры раньше не приходили, потому что понимали, что в этом городе размещать баннеры не очень актуально из-за количества целевых сессий небольших. Это отличный повод пойти к тем клиентам, которые говорили, что нет, извините, это дорого, это там дороже, чем в Яндекс и прочее. Это отличная возможность для бизнесов застолбить, что называется, за собой место на главном экране и быть там очень долгое время, то есть повышать свою узнаваемость, повышать силу своего бренда. В общем, надо пробовать. Мы уже получили там за последние 2 дня много заявок на, соответственно, такие более длительные размещения. Поэтому, пожалуйста, используйте. Это сделано для вас, это сделано для того, чтобы ваш бизнес процветал, и для того, чтобы партнеры тоже могли более активно продавать. Вот. Собственно, это 2 такие большие вещи, которые я хотел рассказать, а про остальные моменты, которые сейчас тестируются, мы уже более подробно расскажем вам потом, когда уже оформим это в механике, когда оформим это прям в классические продукты. Вот. А пока на этом я закончу про вот эти 2 большие вещи, которые у нас есть. Вот. Сейчас попрошу ребят, прицепите, пожалуйста, в чатик ссылочку на форму обратной связи, и давайте мы пройдем с вами по вопросам, которые есть. Так, прокрутим чуть наверх. Ага, я попался, да, я попался действительно. Спасибо вам большое за поздравления, спасибо за сердечки, спасибо за то, что благодарите меня за скорость решения вопросов. Мы очень стараемся всей нашей командой как можно
быстрее, лучше и качественнее решать вопросы, потому что от этого зависят наши общие результаты. Мы очень сильно на этом сфокусированы, поэтому, когда у вас вопросы возникают, пожалуйста, пишите нам, звоните нам, мы всегда готовы вам помочь. Так, значит, посмотрим. Да, почтовый адрес у нас это promo@udes.app. Коллеги стараются максимально быстро ответить на вопросы. Часть вопросов покрываю я. Но иногда бывает, когда нас прям сильно-сильно заваливают, мы там, может быть, чуть дольше, чем мгновенно отвечаем, но мы всегда на все отвечаем. Так, Екатерина хочет больше картинок для категории образования. Да, мы добавим в ближайшее время больше картинок. Нам недавно переписывался с Дулустаном, он нам прям прислал полный перечень тех потребностей, которые у него есть. Мы тоже в скором времени эти изображения добавим. А дальше, если платили на этот вопрос, я уже ответил, да, там мы можем поменять вам картинку, если вы нам напишете на промо. Вот. Ну да, вот как Екатерина отметила, что сначала сделали, а потом уже пришла идея. Мы вам рекомендуем, на самом деле, дать там небольшое время, скажем так, мыслям отстояться, то есть вы создали, а оплатить там через некоторое время, чуть-чуть попозже. Возможно, возникнут новые идеи, потому что чем плотнее с этим работаете, тем больше идей, мыслей и прочего у вас возникает, что улучшает, соответственно, все вокруг. Так, вопрос от Руслана. Маркетинговый сертификат хотелось бы выдавать только новым клиентам. Так, текущим клиентам мы и так можем его выдавать, причем по нужным вам выборке. Руслан, спасибо большое за обратную связь. Мы это сейчас зафиксируем, потому что основная задумка изначально была такая, чтобы показывать этот сертификат всем и новым, и старым для того, чтобы новых привлекать, а старых активировать. Мы обязательно подумаем, проанализируем, можно через некоторое время добавим функцию, чтобы выдавать только для новых. Так, вопрос от Анны. Роман, я тебя сразу перебью. Давай, Стас, перебей, конечно. Там, скорее всего, такой возможности не будет новым клиентам, потому что у нас разделено все технически. Для новых клиентов у нас созданы источники трафика, а сертификаты нужны это для всех клиентов, чтобы можно было получить в любой момент и являясь уже клиентом этой компании. Скорее всего, можно будет какой-нибудь уникальный промо-сертификат еще прям сделать. Хотя они и так уже есть. Можно какой-нибудь системный сделать, который будет закрепляться выше других этих источников трафика, его использовать. Потому что смысл сертификата в том, чтобы активировать как новых, так и старых клиентов. То есть это механика самого сертификата такая. Да, Стас, спасибо большое. Ну вот Стас правильно разграничил по продуктам. Но в любом случае мы всю обратную связь собираем, потому что эта обратная связь нам помогает в том числе придумывать новые продукты, которые мы со временем реализовываем. Итак, идем дальше. А можно ли промо-сертификат разместить на любом тарифе? Да, промо-сертификат можно разместить на любом тарифе, а промо-сертификат не потребляет, то есть он не забирает вот это вот количество ваших сертификатов, которые у вас есть в тарифе, он идет отдельно. Вот это важный тоже момент, который нужно отметить. Единственный момент – важно, чтобы у компании был открыт рекламный кабинет, то есть чтобы компания проходила по политике. Если есть рекламный кабинет, то промо-сертификат вы можете создать на любом тарифе, ну, кроме триалки, само собой. Далее, сейчас есть вопрос клиента «Город Шелихов». Пробовали разместить рекламу в Шелихове, но в поиске его еще нет. Я добавлю этот город в выборку. Скорее всего, просто в Шелихове невысокая активность сейчас по целевым сессиям, поэтому мы пока его не добавили. Я после вебинара посмотрю, и мы его добавим. Себе пометочку сделал. Далее. Рекламируются ли компании в Крыму? Да, в Крыму тоже можно размещать промо-сертификаты и баннеры. Так, визуалы клиент сам делает. А в промо-сертификате клиент выбирает визуал для картинки, которая будет отображаться на главной страничке UDS, а картинку для сертификата он загружает сам. То есть может выбрать любую, какую ему нужно. Единственный момент, картинки, которые внутри сертификата, они обязательно проверяются модерацией, ну, на случай, чтобы там не было каких-либо, скажем так, неподходящих картинок,
Вот. И если там что-то будет прям совсем не очень хорошее, то коллеги из модерации это удалят. А так любую картинку, которую вы хотите в сертификате добавить, вы его в сертификат можете добавить. А тебе провоцирующий вопрос. А если мы не нашли нужную картинку, мы можем сделать сами просто картинку без текста и отправить, допустим, на почту его переиспользовать? Ты имеешь в виду картинку сертификата или картинку прививки? Ну, да, допустим, я компания, которая, там, не знаю, козье молоко рекламирует, и нету соответствующей картинки, которая бы подошла под визуал. Могу я просто прислать там на промо вариант картинки, которую мне хочется использовать в этом сертификате на дашборде? Любая компания может прислать пример картинки, но помните, что все картинки, которые мы используем в создании баннеров, и все картинки, которые мы используем в промо-сертификатах, это все картинки со специальных фотостоков, то есть эти все картинки, они защищены авторским правом, мы имеем право их полно использовать для этого. То есть любую картинку мы, к сожалению, не можем прям взять и разместить на дашборд, потому что если это картинка какого-то фотографа, то потом могут быть юридические последствия. А те картинки, которые мы используем, они все полностью, скажем так, разрешены для использования, то есть это все по закону, это все безопасно. Но вы, пожалуйста, присылайте картинки, которые вам интересные, а мы просто подберем похожие на них из фотостоков. Но я тебя правильно понимаю, если я сделал картинку сам своей продукции, как бы на нее никакая лицензия не распространяется, я могу прислать, ее можно будет использовать. Если ты сам прислал картинку на свою продукцию, если ты сам сделал фотографию, то эту картинку можно, да, использовать. Но да, главное, что там вопрос был, ну, как бы и на промо приходил. На записи, то нужно понять и нужно донести партнерам, что можно использовать свои картинки, не скачанные с интернета. Если, допустим, нужной подходящей картинки совсем нет, вы можете сделать там фото продукции, либо что-то еще без текста. Ну, наверное, какие-то мы требования потом тоже, да, разместим. Может, даже это требование в личном кабинете где-нибудь там укажем. Да, по-моему, у нас где-то размещены требования на текущие баннеры и прочие форматы. Потому что, ну, мы часто, например, нам присылают картинки, если мы размещаем слайдер или обратите внимание, но мы эти картинки всегда проверяем. То есть если они скачаны там с интернета, мы их не можем разместить. Ну, здесь все в частном порядке, да. А если мы говорим про маркетинговый сертификат, то здесь, я думаю, если мы говорим про превьюшку, мы же эти превьюшки загружаем на всех, и если у вас прям какой-то уникальный офер, то здесь надо будет внимательнее посмотреть, потому что любые другие пользователи смогут потом эту превьюшку тоже использовать. Вот. Но это мы тоже оценим с юридической стороны. Вот. Если будут такие прям запросы, вы нам всегда пишите, мы все смотрим и оцениваем. Что, идем дальше. Роман, спасибо большое за благодарность. Так, Ирина спрашивает по поводу города Ачинска. Его сейчас нет. Давайте мы его тоже добавим, чтобы вы могли в нем также размещаться. Так, и вопрос по Шелихову. В Шелихове 31 тысяча целевых сессий. Да, Шелихов мы тогда тоже добавим, если его пока нет. Так, и на этом я вижу, что вопросы закончились. Подожди, там есть вкладка отдельная. Это а, вот часть, еще вкладка вопросы, есть. Точно. Вкладка вопросы, да. Так, теперь давай перейдем туда. Вот первый вопрос вот как раз от Юлустана. Это все, что касается новых, да, сертификатов, как я понимаю. Так, значит, первый вопрос по промо-сертификатам. Клиенты, получившие сертификаты, сразу в базу не добавляются, а только после совершения покупок, так как и сертификаты по кросс-маркетингу. Можно ли сделать так, чтобы клиенты, получившие промо-сертификат, сразу попадали в базу клиента? Смотрите, сейчас промо-сертификаты работают ровно по такой же схеме, как и все остальные сертификаты. То есть пользователь берет сертификат, он у него находится, и после этого он принимает решение о том, вступить ли в компанию, либо не вступить. Ну, соответственно, если он использует сертификат, то он сразу в нее вступает и завязывается на тот источник трафика, который называется реклама UDS, и на ту рекламную кампанию, которая у нас по промо-сертификату. Мы уже обсуждали эту историю с Сергеем Костюжовым, директором по продуктам, и еще раз вынесем на обсуждение. То есть думаем, как правильнее сделать, пока, к сожалению, я вот не могу дать ответа. Стас, давай мы с тобой тоже чуть попозже этот момент обсудим, потому что там очень много таких технических моментов и очень много
моментов именно по сертификату как продукту в более таком широком смысле, mm-hmm. чем просто промо-сертификат. Так, идем дальше. Есть ли другой способ связи, кроме электронной почты? Порой на простые вопросы приходится ждать ответ несколько дней. Екатерина, это такой, ну, моментик важный. У нас сейчас пока нет какого-то общего, например, WhatsApp, хотя у многих уже есть тот WhatsApp, на котором у нас общий номер, с которого мы там звоним, пишем клиентам по размещениям. Давайте я подумаю, может быть, через некоторое время сделаем какой-то общий такой чат-инструмент. Вот. Но сейчас вы уже можете, например, писать в группу Тимура, он же Тимский, он ведет большую группу по рекламе. Вот. Если ссылочки нет, я давайте вам отдельно потом ее пришлю, чтобы вы могли там тоже задавать вопросы, потому что там прям комьюнити партнеров и клиентов наших, и все друг другу помогают. Там очень часто многие вопросы, которые есть, решаются даже без привлечения нас. Дальше. Ирина спрашивает, какое количество пользователей примерно приходится, например, на 380 тысяч целевых сессий. Здесь, смотрите, здесь очень сильно зависит от города. То есть целевые сессии зависят от того, насколько часто каждый пользователь заходит. В каких-то городах пользователи заходят раз в месяц, в каких-то городах пользователи заходят там по три раза на дню. Поэтому здесь мы, ну, примерно принято считать как деленное на 2, то есть целевые сессии делим на 2, плюс-минус, это вот то количество пользователей, которые у нас в городах есть. Дальше. От Дулстана вопрос по поводу маркировки рекламы. Сертификат как рекламный инструмент подлежит ли маркировке, ведь его видит много сторонних клиентов. Здесь по маркировке схема та же самая, как с нашими баннерами, которые мы размещаем. Вот баннеры и все, что есть у нас на дашборде, то, что мы размещаем для наших внутренних компаний, это промо-выделение, это не реклама. Почему? Потому что мы это показываем только на ограниченное количество людей, которые у нас зарегистрировались в приложении, которые подтвердили свое согласие с нашей политикой, подтвердили свое согласие с условиями оферты, то есть те люди, которые уже согласились все это смотреть. Потому что по закону о рекламе много сторонних клиентов, это там в законе формулировка, что это неопределенная аудитория. Ну, например, если бы мы были как вот какой-нибудь там Яндекс.Маркет, например, сайт, на который вы можете зайти по ссылке, не регистрируясь, не принимая никаких там политик и прочего, вот, соответственно, там мы были бы обязаны, там мы бы маркировали абсолютно все. А в приложении мы сейчас маркируем, чтобы перестраховаться рекламу от внешних клиентов. Ну, наверное, многие видели, что вот внизу дашборда, где мы делаем размещение на страну для разных других клиентов, которые у нас не на платформе, там мы все обязательно маркируем. Но при этом мы с нашим юридическим департаментом очень внимательно следим за изменениями в законодательстве, поэтому если вдруг мы поймем, что ну, нужно маркировать, ну, более, скажем так, попросит нас точно маркировать, в том числе для тех, кто у нас внутри, то там мы будем использовать те инструменты по маркировке, которые у нас сейчас есть и прекрасно работают для внешних клиентов. Но на данный момент, согласно закону, согласно прецедентам, маркировка для внутренних клиентов не требуется. Угу. Так, ну что же, коллеги, есть ли еще вопросы у вас? Напомню, в любом случае, если какие-то вопросы у вас возникнут, мы уже прикрепили ссылочку на форму обратной связи. Вы ее, пожалуйста, возьмите, сохраните себе. Я ее буду регулярно смотреть, собирать обратную связь, которая будет от вас приходить. Мы ее не закроем в ближайшее время. Соответственно, если вопросы возникнут после вебинара, если вопросы возникнут завтра, после майских и прочее, пожалуйста, пишите. Мы будем смотреть и брать эту обратную связь в работу. Ну что же, если вопросов сейчас нет, то будем заканчивать вебинар. Спасибо вам большое, что присоединились. Спасибо большое, что задали вопросы. Успешного вам применения наших инструментов.
Уверен, они принесут много развития бизнесу, партнерам и нашему приложению. Спасибо большое. Стас, давай закрывающее слово. И ну будем что, открывать. Ты вроде все уже сказал, да. Все, приближаются майские праздники, всем тепла, солнышко. Надеюсь, у всех прям хорошее настроение, потому что скоро лето, это прям время такое, когда можно расслабиться и насладиться как и природой, так и результатами работы своей. Вот. Всем большое спасибо тем, кто был. Всем хорошего дня. Спасибо большое. Хорошего дня. До свидания. До новых встреч.